Ирина Тихая и Дмитрий Цветков поборются за пост главы Акуловского района. Такое решение сегодня приняла конкурсная комиссия. Окончательное слово теперь за местными депутатами. Всего после проверки документов было 6 кандидатов. Однако утром свою кандидатуру неожиданно снял один из фаворитов – Игорь Селиверстов. В итоге свои программы перед конкурсной комиссией защищали 5. Предприниматели Максим Николаев и Алексей Федоров, военный пенсионер Руслан Талико, замдиректора охранного предприятия Дмитрий Цветков и многодетная мать Ирина Тихая. В результате по итогам голосования в решающий тур прошли Тихая и Цветков. Кто из них возглавит Акуловский район, должна в течение 10 дней решить местная дума.